Друзья, в начале декабря мы говорили о акции, которая стартовала у нас в вторых лигах А и Б, о том, что какая команда пропустит меньше всего мячей. Был такой конкурс, напомню, что он организован любительской футбольной лигой и немецким футбольным союзом совместно с посольством Германии. Вот, и прошел месяц, и мы наконец-то подводим итоги данного конкурса, и сегодня у меня в гостях представитель команды «Заречье» Олег Милешин, его подрастающее поколение Павел и Даниил, и мы вручим наш обещанный подарок. Вот этот мяч, который очень хотел получить ваш голкипер Александр Драгун. Не смог сегодня быть. Да, к сожалению, не смог, но представитель команды Олег тоже. Мы рады вас видеть. Вручаем вот этот мяч, чтобы вы забивали ворота соперников. Вы пропустили всего 2 мяча за месяц. На таком скользком поле это крайне тяжело. От кого пропустили, помнишь? Нет. Не был на игре на этой. Ну вот если бы был бы Александр Драгун, тогда бы точно бы он помнил. Ну что ж, официально вручаю вам этот мяч. Поздравляю с победой с этой. Ну и буквально слово нашим зрителям все-таки в преддверии Нового года. Ну что сказать, старались, узнали, что такой конкурс будет проводиться, очень старались. Вот, очень рады. Всем игрокам и командам привет, поздравления с Новым годом, с наступающим, хорошей игры, отыграть без травм. Отдельный привет от Александра Драгуна команде Ватутина, мяч ребятам передаю, чтобы играли. Спасибо.